Всем привет! Сегодня охота рассказать о жилетке, о простом жилете для спортсменов. Этот жилет называется Proto. Он предназначен, ну, вернее, разрабатывался изначально для рафтинга, для вида спорта рафтинга. Ну, в принципе, на любых видах активности это можно использовать, такой жилет водной активности. Анатомический раскрой, очень широкий, с мягким элементом лямки, усиленная регулировка на плечах, сами трехщелевки достаточно мощные. Три утяжки с одной стороны, три утяжки с другой стороны, чтобы подогнать под форму тела. Ничего лишнего, все очень просто, очень толстые и прочные ткани снаружи используются, ну, износостойкие. Сделана обязательно в порядке молния, оттуда мы можем достать всю пену, это все закинуть в стиральную машинку автомат, прокрутить и чистенький красивенький жилетик опять на себя. Ну что очень актуально, и светоотражающая полоска. Очень удобно для спортсменов, есть много отзывов, что несколько лет некоторые команды у нас уже ходят в таких жилетах. Цветовая гамма на выбор.